То есть, здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами снова остановка «Не Британия», первый день весны, и снова с вами неутомимая троица позитива. Справа от меня Артур Хасанов. Наконец-то. Холост. Справа, слева от меня Тимур Джентльмен. Сейчас моя жена холост. Очень сильно удивилась, когда услышала. Что? Холост? Ну и ваш неутомимый слуга, такой же Артур. А он посередине. Нет, да, ты на самом деле начал, как будто бы ты этот такой беззубый воробей. Ну, я сразу настроил людей на весеннее настроение. Это знаешь, когда человек на шухере стоит и не умеет свистеть. А пытается изобразить сову, да? А мне интересно, кто стоял на шухере, когда уводили мой ноутбук. Как видите, я сегодня без него. Скорее всего, ты. Вы знаете, я на самом деле признаюсь, что этот ноутбук продал Тимур. И что-то не его купил Тимур. Как заметили, ничего. Неужели... Нет, на самом деле, нам... Очень дешевый ноутбук. Очень неужели... Дешевый. Неужели 23 февраля так плохо прошел, что ты решил продать наш ноутбук? Наоборот, он так хорошо прошел, что пришлось продать ноутбук. Не, ноутбук дешевый, но вот чтобы нашего бюджета хватило пригласить сегодняшнего гостя, нам пришлось продавать некоторые части из того, которые... Некоторые части своего тела. Да. Поэтому три почки. Засвистел без почки, и так бы начало передачу. Вот в чем дело, да, с чего все началось. Беспочечный свист. А на деревьях расступают все-таки почки, да, расступаются. Да, видишь, нас покидают почки, на деревьях они появляются. Да, коты запели, потому что март наступил, понимаете, теперь... Под подъездом не только певцы будут распеваться, но еще и под котом подъездом? Ты, по-моему, не тех певцов слушаешь. Ну да, которые или, бутылки собирают. Или не в тех подъездах живешь. Не в тех подъездах живешь. Мне очень повезло, у меня в подъезде поют. Друзья, ну, весна, хорошее настроение. И как-то, само собой, хочется услышать зажигательную музыку. Весной какой ветер дует? Он теплый, он дует южный ветер. Поэтому у нас сегодня в гостях. Кого надуло этим ветром, как вы думаете? Конечно же, Магомеда Дзыбова. Встречайте, друзья. Я уезжаю никуда, спешат куда-то поезда. Мое короткое прости, твое жестокое прощай. Здравствуй, Магомед. Рады спасибо, тебя приветствовать. Салам алейкум. Да, вот, Магомед, во-первых, очень рады, что ты приехал снова вот к нашу республику Карачаево-Черкесию. И, во-вторых, то, что ты оказался вот на Небритании. Мы очень давно тебя ждали, на самом деле, в нашей программе. И... Как ты к нам добирался, расскажи. Вообще не стремился к вам. Первый честный человек на нашей стране. Честно, да, он все сказал, да. Кто вы? Чего вы хотите от меня? Ну, на самом деле, вы же знаете, вы же в курсах, что я не любитель вот этих всяких моментов. Да, не Британию не любят все. Ты не единственный в этом смысле. Нет, ну, Магомед на самом деле знает как человека, который на самом деле скромного человека. Вот я лично знаком уже много лет с ним, и я об этом знаю. Ну, как бы ты же тоже знаешь нашу передачу как очень нескромную передачу. Я тоже таким же был. Вот поэтому столкнулись два, как говорится... Инь-янь, да. Посмотрим, что из этого выйдет в нашей передаче. А пока... У нас есть одна постоянная рубрика, Магомед, которую проходят все. Это называется посвящение. Перед тем, как мы с тобой заговорим, мы тебя хотим посвятить в таких же, как и мы. Грубо говоря, вне британцев. Для этого я буду задавать тебе быстро вопросы, и ты также быстро, не задумываясь абсолютно, отвечаешь на них вот вообще, что первое приходит в голову. Готов? Поехали. Какого цвета хамелеон? Не знаю. Зачем девушки рисуют брови карандашом? От нечего делать. Как показать, что ты умнее всех?
вообще нельзя показывать. Жестоко. Кто сказал, что шоколад есть вредно? Не слышал. Какой формы кубики Галина Бланка? Квадрат или параллелепипед? Квадрат как. Каков закон сохранения материи? Не знаю. Если ты встретишь Валуева в темном переулке, что ты ему скажешь? Смотря что он скажет. Сколько человек помещается в автомобиль АК? В зависимости от ситуации. В какой ситуации помещаются в АК больше 10 человек? Куда ездят отдыхать тараканы? На кухню. Какая твоя любимая песня в исполнении Анжелики Начесовой? Мне много вещей нравится. Когда сопит суслик? Не знаю. Для чего нужен фуникулер? Это что такое? Вот для этого он и нужен, чтобы спросить, что это такое. Ну, спасибо, Магомед. Ты прошел, да, испытание. Ну, уже сегодня прогресс, то есть скоро смеха панорама, может быть, пригласят гости. Да, не, на самом деле, как бы ты старался, по-моему, первый, кто отвечает на все вопросы правильно. Да. Хотелось бы поговорить, вот раз первая рубрика прошла, по традиции уже поговорить вот непосредственно о тебе, о нашем гости. И вот многие, наверное, тебя спрашивали, задавали этот вопрос. С чего вот начиналось твое творчество? Именно вот, я знаю, что с детских лет у тебя уже вот интерес к вокалу, интерес к игре гармошки уже был. Ну да. Как себя помню, музыкой увлекаюсь и как бы и показываю, и старшие. Даже помню, были видеозаписи, где ты вот ребенок играл на гармошке. Да. Ну, еще вот, как я знаю, ты участвовал в каком-то музыкальном фестивале еще вот с детства, да? Вот с чего началось вообще? Ну, я конкурс гармонистов республики. С 88-89, не помню, то ли 87. Гармонистов Северного Кавказа? Республика Адыгей. Какое место? Тогда Адыгейская автономная область. Угу. А, это еще при Советском Союзе. 88-й, да. Ну, я в них конкурс сошел. Ну, молодой был. Сколько лет было? Я не помню, какой вот первый раз я выходил. То ли 87-й, то ли 88-й. 88-й. 87, где-то вот так. То есть это вот тот самый год, когда моя мама сказала: «Мальчик, когда я родился». Я как раз в этот год тоже и родился, да. Я как раз к этому времени уже ходил. Он уже сам говорил. Смотреть. Он уже сам говорил, мальчик сам себе. Не, я на самом деле шел смотреть, как играет Магомед Зыбов, но меня еще никто не понимал. Меня не пускали, потому что не знали, куда я. А первая песня, Магомед, первую песню, когда ты записал, получается? Это Хасбулату удалось, да, получается, самая первая была? Это сколько, года три, да, уже прошло? Да, это 2006 мая месяц. Я вот помню, как эта песня ворвалась, на самом деле, на эстраду Северного Кавказа, вот все слушали. Повсеместно. А это показатель, когда с каждой машины звучит песня, на самом деле, на Кавказе, как минимум. Да. Потому что это популярность, да, когда у тебя качает машина Хасбулат Удалой, когда все знают твой текст наизусть. Да. А записал ее ты, по-моему, Аслан от Липзума. Да, у Аслана мы записывали. Есть историк, по-моему... Студии даже не было еще, да, на квартире это было. Аслана. Аслан продолжает эту деятельность на квартире? Не, на квартире квартирный вопрос. На студии, да. Да. Причем грамотно. Ну, я скажу, что у нас был он на прошлой передаче. И так получилось, что он тебя хотел разыграть. Он заказывал тебе путевку в Кению.
Да, он, кстати, просил не говорить об этом. Самому Магомеду, да. Но уже поздно. Ну, если вдруг тебе позвонит туроператор с информацией о том, что он завтра вылет. Что вылет в Кению в однозвездочный отель. С разовым питанием. С четырьмя пересадками по дороге. На поезде плацкарт, то это, скорее всего... Аслан, да. Нашей вины в этом нет. Да, а Магомед... У нас передача так начинается. Да, нашей вины в этом нет. Да, вот, Магомед, хотелось узнать, вот, сейчас многих, я думаю, интересуют, вот, твои планы, вот, ближайшие планы творческие, вот, может, какие-то новые песни, альбом, кто-то не планирует сегодня? Может, новый шарф какой-то приобрести? Может, новый шарф, да. Официального альбома у меня нет. По-моему, Магомеда это как-то не очень сильно расстраивает. Сейчас я так смотрю. Не, у меня нет официального. Зато клипы, может, какие-то клипы. Зато шарф хороший. Шарф хороший. Хочешь, подарю? Я с удовольствием приму. Дорогие друзья, это... Тебя сейчас задушит, а тебе подожди. Я думаю, сейчас под конец будет. Да, нет. Блин, а этот мне просто пиджак чуть понравился. На самом деле, друзья, у нас как бы есть такая информация. Ну как информация? Мы были у тебя. Мы лично знаем. Да, мы знаем, что ты занимаешься, помимо эстрады, твое большое хобби это лошади, кони и скачки, забеги. Да, твои лошади участвуют во всяких забегах. Мы с твоего разрешения были у тебя на конюшне. Видели. Многих твоих скакунов. Расскажи, как это вообще вот, к тебе пришло? Не знаю, почему ты именно лошадьми занимаешься? Я знаю, что ваш род, он издревле, да, вот славился тем, что занимались конями, если не ошибаюсь. Я как себя помню. Я ни одного дня не помню, чтобы у нас во дворе лошадей не было. Коней. С музыкой связан. Потому что его ж не кони выигрывают на самом деле первые места, я знаю, во многих на многих скачках. Ну да, где-то выигрываем, где-то проигрываем. Но так больших призов у нас в копилке еще нет. Но мы вот именно к этому и стремимся. А вот на конях, ну я так понимаю, ты не жокей, да, именно в самих... Не, молодости, да, скакал раньше. Вот. Мы решили, что как бы вот молодость тебе можно было бы сегодня и вспомнить. Короче, они предлагают сделать забег небольшой. Да, забег, но только не на лошадях, а есть у нас вот такие две игрушки. Которые как никогда помогут вспомнить молодость. Вот, они бегают, и мы предлагаем сделать что-то. Выбрать тебе, во-первых, один, который тебе больше нравится. И это будет твоим, грубо говоря, как сказать? Они правильно. На самом деле ничего не выигрывали. Да, им тоже как бы все впереди. А на какую дистанцию? А дистанция у нас вот от... До Тимура. Нет, я думаю, вот от вас мы вот до сюда, кто первый как бы... А кто первый упадет, то есть... Не, я подхвачу. Таких малюток жалко даже ронять, да, подхватить. А судя по лицу вот этой малютки, она сейчас... Да, на первый раз. И это как бы уже не впервой. Какого ты берешь себе? Делаем ставку. Вот так, да. Ну, знаешь, твоя девочка. С этими изумрудными косичками. Да, мы сделаем пока вот так вот. Так. Вот так вот, да? Так. Здесь есть, вот здесь вот. А где их кнопочки, справа, кстати? Да, есть на... Нет, слева. Есть кнопочки, да. Вот здесь вот, видишь? Здесь? Да. Надо вместе просто нажать их и пустить. Кто первым добежит до финиша, а тут вот. Того, как бы, как говорится... Тот выиграл. Да, та лошадь. Найдешь кнопочку? Вот она здесь. Вот она, да. Ну что, поехали. А стрелять в воздух там не будете? Давайте, я объявлю, леди и джентльмен, забег на
чемпионство Магомед мира. Дыбов против Артура Кинчишаова. Все. Поехали! Побеждает Магомед Дыбов! Дыбов wins. Ну, мы поздравляем твоего бойца с первым местом. Что ж ты так, я для чего тебя в деньги вкладываю? Смотри, какой он уже пафосный вид у него. Да, он сразу видно, что он... Ворвал всех, короче. Все. Ну, раз у нас адреналин в крови поднялся после таких очень... А у него от этого так адреналин зашкаливает. Мы хотели приступить к следующей рубрике. Называется она... Очень трогательно, один на один. То есть, суть она состоит в том, что ты выберешь из нас троих кого-то одного, и там будет конкурс между вами двоими. Короче, грубо говоря, кого-то из нас троих тебе надо вывести один на один. Да. Ходите толпой. То же самое Аслан сказал, кстати. Так у Аслана губа тряслась. Да, да, вот это более уверенно. Видно, опыт. Да. Давайте я пойду, что? Ребят. Давайте, смысле, давайте. Я не боюсь. Решено. У тебя борода по мужеству. Ну что ж, тогда рубрика «Один на один». Магомед Дыбов, Артур Хасанов. Магомед, сейчас мы с тобой сыграем в игру, которая называется, ты знаешь, «Блэкджек». Суть в том, что мы сыграем с тобой до двух побед. То есть три игры до двух побед, кто два раза выиграл, тот как бы и выиграл. Но мы задумали сделать нечто. Тот, кто проиграет, тот споет твою песню гелием. Вот из вот этого вот шарика. Начинаем. Round one. Я раздам, как дилер. Хочешь, можешь ты раздать? Я делаю это как бы профессионально. Хватит. Я должен показать свои карты? Ты уже все? Да, я все. Показывай. У меня 10, валет и туз. Перебор. А у тебя? 19. 1-0, пока я проигрываю. Шарик пока идет ко мне все ближе и ближе. Какую песню тебе спеть, если я проиграю? Мне кажется, будет очень смешно спеть песню «Я негодяй» таким вот голосом. Себе. Короче, я проиграл, получается, у меня перебор. Дибов wins. Друзья, я проиграл этот бой, но с достойным соперником, потому что я так понимаю, я играл первый раз, а Мага это делал уже далеко не первый. Поэтому, ну, спою. Ну, что, Артур? Продул, что я могу сказать. Я вот честно, опять скажу... без квартиры. Что произошло? Не, квартиру я, слава богу, на кон не поставил в этот раз. Отыграл у кого-то. Не, я вот поставил на кон то, что я буду петь вот под гелием песню «Маги», и не знаю вот сейчас, как это будет получаться, но я попробую. Это выбрал? Это очень сильный контраст песня Магомеда Дудова под гелием. Таким голосом, да. Учитывая, что... А какую песню? Сейчас. Вы знаете, мне вот я как бы уже в эфире сказал, что очень смешно будет, если
песня «Будь я негодяй». Ну давай. Таким же ждем. Негодяй. Ну что ж, надо как-то тебя объявить, наверное, пока ты будешь затягивать, да? Просто ну, так. Для вас поет простудившийся Артур Хасанов. Народный артист Голландии. Давай, ты отдыхай. Народный артист Голландии и Швеции Артур Хасанов. Встречайте! Я знаю, ты опять не спишь, окон до утра стоишь. И завтрак же от обиды на щеке слезой. Припев. Прости за боль в моих глазах, за поцелуй на губах. Давай припев. Припев. Этот припев еще никогда так не пели. А не люби меня такого, не жди всю ночь меня плохого. Другому сердце ты отдай. Я негодяй. Я знаю, ты опять не спишь, окон до утра стоишь. Я так же от обиды на щеке слезой. Фабрика звезд, где ты? О, да, новый певец. Это будет новый ремикс песни. Зайдя небрежно, обниму, ты скажешь ласково «люблю», не замечая запах женщины другой. Я честно допел эту песню, свой спор я отыграл. «Карточный долг» — это святое. Да, это святое. Ну, тогда, я думаю, закончить такой красивой, приятной ноткой. Так. Мы подготовили небольшой текст под песню «Пиковая дама». Ага. И текст посвящен 1 марта, именно то, что вот приход весны, мы хотим еще раз обратиться к нашим зрителям и спеть вот о том, что наконец-то долгожданная весна пришла к нам. А поможет нам для этого наш... А поможет нам эта черная гитара. Да. Песня? Песня долгожданной весны. Целый день опять буду напевать «Хасбулатая». Прерывая хор мартовских котов, расцветет весна. На губах моих до сих пор горит микрофон освет. На концерт весны сам себе хочу заказать билет. Поехали! А весна святая сердце разрывает светлыми глазами. Щурится от липсу, эба! А весна святая отпуск обещает, песни прогоняем скучную зиму. А теперь оригинал! А любовь слепая сердце разрывает, карими глазами держит как длину. А любовь слепая болью истязает. Пиковая дама, дай свою игру. У нас в гостях Магомед Зыбов! Браво! Встречайте весну, друзья!